Привет, друзья! Мы продолжаем тестировать китайские автомобили с помощью сканера Foxwell i80TS, который мы считаем одним из лучших приборов для диагностики китайских автомобилей. И сегодня мы посмотрим, как этот сканер работает с автомобилем Tank 300. Заходим в диагностику, выбираем китайские автомобили. Далее мы переходим в меню Great Wall и здесь автоматически начинаем чтение ВИН-кода. У нас сразу выводится китайский ВИН-код. Нажимаем ОК. И выбираем из пяти вариантов. У нас Tank 300. Заходим в диагностику и начинаем быстрое сканирование. У нас сразу открывается интерфейс с топологией. Здесь мы можем связаться с двигателем, шасси, блоками, подушек безопасности, кузовная электроника, периферийные блоки, система парковочного ассистента и ТПМС. Выбираем все и начинаем сканировать неисправности. Сразу определяется двигатель, трансмиссия. Далее переходим к шасси. Здесь у нас есть проблема в блоке ESP. Если у нас кодов ошибок в блоках нет, они у нас помечены зеленым. Те блоки, которые не выйдут на связь, у нас будут помечены черным цветом. Вот этот блок у нас не вышел на связь, он у нас в темном цвете. Сканирование всех блоков зависит от количества блоков. В данном автомобиле их довольно много, больше 40, поэтому сканирование всех блоков занимает довольно продолжительное время. Переходим в периферийные системы. Здесь все, что связано с мультимедией, усилителем. Далее у нас парковочный ассистент, шлюз, система iPass и последняя система контроля давления в шинах. Список мы можем посмотреть здесь. Соответственно, мы связались с двигателем. Это у нас система GDI China 6. Далее семиступенчатый робот, система электронной стабильности, подушки безопасности, кузовная электроника, кондиционер, система внешнего освещения, аудиоусилитель. С модулем Bluetooth у нас не было ответа, и с электронными подножками они здесь не установлены. Далее кнопки руля с регулировкой датчика угла руля. Далее с видеорекордером у нас тоже нету связи, потому что он здесь не установлен. Далее у нас идет электронный дифференциал, система усилителя руля, система замка рулевой колонки, полный привод, передняя коробка с предохранителями, автоматический парковочный ассистент, система парктроников, система IDC не установлена на данном автомобиле. Далее подогрев кресел, камера переднего обзора, задний парковочный ассистент здесь нет, поскольку есть другая система, задний модуль с предохранителями, селектор передач, тачскрин, система телематики, система мониторинга давления в шинах. Далее блок контроля беспроводной зарядки, модуль трейлера, шлюз, межсетевой интерфейс, система определения объектов слева-справа, два радара. Кстати, радара здесь не установлены, так же, как и контроллер кресел. Далее модули
фронтальной пассажирской двери, передней двери водителя. Система распознавания у нас не установлена, так же, как и модуль заднего радара. И последняя – это система видеодомена. Теперь давайте посмотрим более подробно. Заходим в блок двигателя. В информации о блоке управления мы можем посмотреть ВИН, калибровки программного обеспечения. Ошибок у нас нет. Заходим в текущие параметры. У нас они разделены на два списка. Первое – это то, что входит в конфигурацию КАН шины. Вот. И здесь у нас спецификация автомобиля, а именно тип двигателя, размер используемых колес, тип трансмиссии и другая конфигурация с пометкой «Установлено» либо «Не установлено». Заходим в текущие параметры. Загрузка списка и время загрузки зависят от количества. Здесь около сотни параметров, поэтому загрузка полного листа занимает некоторое время. Загружается список и значения параметров, допустим, скорость двигателя, температура и так далее. Мы можем посмотреть их в цифровом, в графическом виде. Как всегда, мы можем сделать несколько наложенных друг на друга графика, либо отдельно, соответственно, выбрать то, что нам нужно, разделить графики, либо наложить их друг на друга. Примерно получится вот так. Далее у нас есть активационные тесты. Здесь мы можем принудительно включить-выключить клапана адсорбера, реле топливного насоса, включить-выключить две скорости вентилятора, поиграть с дросселем, с высокоскоростным дросселем, запустить вентилятор через широтную импульсную модуляцию, провести некоторые адаптации. Вот. В специальных функциях у нас замена сажевого фильтра бензинового двигателя, если он здесь есть, замена датчика разницы давления, прописки конфигурации, чтение конфигурации автомобиля, адаптация системы VVT, OBD2 функции, прописка ВИН в новый модуль, регенерация сажевого фильтра, тест утечек топливного насоса и несколько сервисов по Евро-6 обслуживанию сажевого фильтра бензинового двигателя. Далее переходим в систему ESP шасси. Здесь у нас тоже есть информация о блоках, чтение удаления ошибок, параметры, активационные тесты. В активационных тестах мы можем запустить насос АБС, отключить лимит скорости, проверить клапана. В специальных функциях у нас прописка ВИН в новый модуль, чтение конфигурации, продувка и функция замены колодок. Далее мы можем перейти, к примеру, в блок кузовной электроники. Здесь у нас есть коды ошибок, исторический код потери коммуникации, мы его можем удалить. Мы можем провести активационные тесты, к примеру, индикаторы включить-выключить, это индикатор дверей, иммобилайзера, индикатор слепой зоны, индикатор ЕПБ и так далее. Здесь довольно много разных функций. Входим, допустим, в активацию индикатора кнопки аварийки, нажимаем Quick Add, у нас он загорается. Мы можем увеличить яркость светодиода, можем уменьшить. Таким образом проверяем его работоспособность. В специальных функциях у нас прописка ВИН-кода в новый модуль.
Далее мы перейдем в систему кнопок руля. Здесь у нас информация о блоке, связанном с электроникой руля. И в специальных функциях есть не только прописка ВИН, но и прописка датчика угла руля. Мы провели тестирование автомобиля «Танк 300» с помощью сканера Foxwell. В принципе, мы считаем, что покрытие очень неплохое. Почему? Потому что мы можем проверить информацию об ошибках во всех блоках управления, сделать активационные тесты, сбросить сервисный интервал, развести колодки, откалибровать датчик руля. Мы заметили несколько, скажем так, недостатков, которые мы в самое ближайшее время исправим и добавим в эту программу. Но, в принципе, сейчас мы рекомендуем сканеры Foxwell для работы с автомобилями танков.